Всем привет, с вами Федор и канал FXPC. Помните, мы с вами тестировали Titan XP в паре с разогнанным Ryzen? Сегодня я решил зайти чуть дальше и протестировать его в паре с AMD FX8320. Я очень ценю ваше время и поэтому не стал включать в это видео тесты в Full HD и в 4K. Оттуда вы не узнаете совершенно ничего нового. В Full HD все в принципе грустно, а в 4K все похоже на результаты с Ryzen. И поэтому мы поговорим о моем самом любимом, об игре на трех мониторах. В таком случае мы получаем огромное разрешение в 5960 на 1080 пикселей, 3 раза по 1920 и еще 2 раза по сотне на компенсацию рамок. По моим наблюдениям, игра на трех мониторах нагружает видеокарту сильнее, чем 4K разрешение, и поэтому мы не так сильно упираемся в процесс. И именно поэтому можно закрыть глаза на отсутствие правильного разгона на FX. Его частота динамически менялась от 3,7 до 4,3 ГГц, CPU NB и гипертранспорт я не трогал, а оперативная память работала на штатных 1600 МГц. Но если разогнать FX по всем правилам, то просадки будут случаться еще реже и будут не такими заметными. Хотя и сейчас мне ничего не мешало наслаждаться игрой. А вообще Titan плюс FX не такая уж и глупая связка, как может показаться на первый взгляд. Особенно если мы говорим о больших разрешениях, будь то 4К, 5К или 3 монитора. Друзья, если вам интересна тема игры и работы на трех мониторах, обязательно ставьте плюсики в комментарии, и тогда я сделаю более подробное видео, где расскажу о том, как все настроить, какие видеокарты для этого подходят, и какие мониторы вообще можно использовать и в каких конфигурациях. Ну а сейчас вы можете поставить лайк, подписаться на канал, рассказать о видео друзьям и не забывайте про группу ВКонтакте, где бывают спойлеры и вы можете задать какой-нибудь вопрос. До новых встреч, пока!